Улица Куйбышева. Славный город Кисловодск. Вот в этом жилом доме находится социальный фонд. Вот я хочу что показать. Начнем вот какой порядок в Кисловодске. Это знак что показывает? Остановка запрещена. И отсюда эвакуация машин будет. Видите знак, да? И что вы тут наблюдаете? Целый ряд стоит. Улица Куйбышева. Это просто какой-то дурдом. Вот. Теперь посмотрим. Вот это казначейство главное. Кисловодска. Посмотрим состояние. Улицы. Какое тут состояние. Вот смотрите. Сейчас инкассация уедет. Я вам покажу. Вот смотрите, вот эта вся территория, она просто засранная. Хорошо видно, нет? Гадюшник такой. Наблюдали, нет, когда-нибудь? Это курорт мирового уровня. Смотрите сюда. Вот видите, кругом бутылки, блин. Все загажено. Рядом находится казначейство кисловодское. Вот все перед вами. Город алкашей, которые попили и тут же нагадили. Вот видите, все кругом пакеты, гадюшник. Вот перед вами славный казначейский тут узел. Вот этот гараж тут присобаченный давно стоит. Мэр обещал убрать. Вокруг него постоянно свинство. Не знаю, кто тут поставил его возле забора, на каких основаниях. И пройдем, посмотрим на состояние вот, вот этой территории. Все загажено, никому ничего не надо. Ходят, гарят кругом. Это просто позорище. Это не курорт, а какой-то... Я не знаю, смотрите сюда внимательно. Хорошо видно? Пакеты, баночки, бутылки. Кому это все относится? Вся вот эта территория. То ли здесь свиньи одни живут. Гадят постоянно. Вот смотрите, вон, кругом. Рядом. С казначейством, с банком. Я это показываю в год несколько раз, потому что здесь никто никогда не убирает ничего. Вот смотрите, какая территория. Это не то, что тут листва, тут просто свинство натуральное. Вот видите, вот бутылки, там бутылки, здесь бутылки. Вот территория уважаемого заведения. Им некогда, они деньги считают. Все, видите, загажено. Все. Вот такая территория в центре города Кисловодска. Вот посмотрите, что творится тут. Тут никогда никто не убирает. Я повторяю, что у меня на видео есть. Я каждые полгода здесь показываю вот эту территорию. Рядом находится санаторий Солнечный. Никто ничего не подметает, ничего не убирает. Полный гадюшник. Вот санаторий Солнечный. И вот такая территория тут. Я повторяю, что никто здесь не занимается уборкой. Что вам еще показать? Ну, пройдем, посмотрим еще дальше. Значит, вот там дальше находится музыкальная школа. Там тоже гадюшник регулярно. Один раз убрали после моего видео. И вот так вот живут люди кисловодские. Все загажено кругом, все. Вот все перед вами, смотрите. Хорошо видно? Мэр Моисеев, вы не по курортному бульвару ходите и не по Березовскому ущелью там людей водите, а ходите по простым улицам города Кисловодска. И перед вами откроется
натуральная картина всего вашего безделия. То, что вы там пиаритесь, работы нет, дворников нет, город загаженный. Как был, так и остался. И улучшения нету. Мусорные свалки растут вокруг города. Никто их не убирает. Все это на моем видео есть. В лучшем случае мусорные свалки засыпают землей. Никакой рекультивации не делают, ничего. То есть идет просто целенаправленное уничтожение курорта Кавказских минеральных вод. Но если вы еще прекрасно смотрите интернет, то у нас есть такой юрист Лихобитов, который вместе со своей подругой, по-моему, фамилия Кузнецова ее, Катерина, на пару, бьются за экологию нашего региона, чтобы гору Машук не уничтожили, пока у них битва за Машук идет. Пока суды выигрывают. И знаете, с кем борются? С кем? Как вы думаете? Они борются с теми, кто должен бороться за экологию. Они такое ощущение, что они борются с преступниками. А борются они с правительством Ставропольского края, с губернатором Владимировым. Ну, теперь решайте, кто у нас во власти и кто хочет уничтожить наш Кавказские минеральные воды. Это те, которые должны как раз бороться за чистоту нашего региона. А у нас два юриста борются с властью, которая хочет застроить гору Машук, где там находятся минеральные воды, так же, как и в Кисловодске хотят застроить Солнечную долину за поселком Нарзанным. То есть добить. Идет просто распродажа земли. Вот. Распродают. Потом через некоторое время, как первое правительство российское, сбежали в Израиль. Кто в Америку, кто в Европу. Кому Россия не нужна? Вот мы идем. Вот они, чистые улицы. Это улица Куйбышева. Никому не надо. Привыкли жить в дерьме. А вот здесь находится славная прокуратура. А раньше, в советское время, здесь была баня. Город уже 6 лет, в декабре будет, как лишен возможности искупаться. Нету ни бани. В аренде она стоит 3 года. Никто ничего не делает. Никому ничего не надо. Идет нарушение Конституции. Нарушение элементарных в этих условиях. В городе не предоставлено, что нету даже помывочной. Я повторяю, не все имеют. А если кто имеет, желают сходить в парную. Не только ж буржуям ходить по саунам и по фитнес-центрам. И простым людям хочется также сходить, очистить организм свой. Для этого нет. Вот здесь находится, вот в этом здании на первом этаже, находится управление городского хозяйства, которое должна следить за чистотой города. Ну, какой город чистый, вы, я думаю, уже увидели. Это все по соседству с управлением городского хозяйства. Все это дело. Вот. Вот это видите, то, что обклеено, они даже на это внимание не обращают. Они привыкли жить в дерьме. Ну, вкратце, информация вот такая вот из Кисловодска.
Позже расскажу еще другие новости города. Крокодил Ставрополя на улице города. Показываю город изнутри, какой он есть в натуральном виде. Без пиара и красоты.